Всего 1 200 метров, но как долгожданно они были для жителей микрорайона Зеленой аллеи. Да и в ЖК «Дивная Сити», который только возводится, новоселы будут въезжать куда охотнее. При проектировании, которое начиналось в 2020 году, предусмотрели и вынос газовых сетей. Совместно с администрацией мы проработали ремонт водовода на участке строительства дороги. И в итоге в 2021 году мы построили дорогу раньше, чем вводим жилые дома. Эта дорога решит проблемы не только жителей новых микрорайонов, но и всего Видного. На выезде из города по Старонагорной улице станет куда свободнее. Когда стояла Старонагорная, мы могли по 2 часа выезжать из нашего ЖК буквально 200 метров, потому что для нас это был целый квест. Мы действительно выехать не могли. А открытие вот этой дороги, допустим, если мне нужно поехать в старую часть города, я уже не буду стоять в пробке, потому что люди, которые едут в Москву, они поедут по этой новой дороге. Дорога построена в рамках 3-стороннего соглашения между застройщиками и администрацией муниципалитета. Реализация этого проекта – хороший пример для других строителей новых микрорайонов, которые не всегда в срок выполняют свои обязательства. Я считаю, что нужно во взаимодействии с жителями, с муниципальными властями, нам помогает в этом и глава, естественно, то есть постоянно контролить, держать на контроле ситуацию со строительством и по-доброму торопить, бодрить застройщиков и строителей. Но работы над развитием транспортной инфраструктуры еще много. Необходимо открыть еще один выезд на трассу М4 Дон из 6-го микрорайона. Да и на этой дороге надо доделать мелочи. Уже договорились с нашими отраслевыми специалистами, что посмотрим, как она будет загружена сегодня. На мой взгляд, она больше будет работать на въезд, но коллеги со мной поспорили. Посмотрим. Есть здесь еще вопрос с освещением, их надо дотягивать. Вот. Что касается 6-го микрорайона, то работы строительно-монтажные завершены. Сейчас оформляются бумаги, и до конца года мы тоже откроем выезд на М4 прямой. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.